Ребят, всем привет! Сегодня мы посмотрим с вами индивидуальный рацион питания армейский. Вариант 1. Вот в такой вот упаковке герметичной. Пленка. На упаковке написан у нас изготовитель, обозначен. Россия, Ульяновская область, Барышский район, поселок Лесная дача. Сзади на упаковке у нас перечислен состав индивидуального рациона питания на одного человека в сутки. Ну, здесь пищевая энергетическая ценность, вес, срок годности, когда и кем укомплектован. Это, судя по всему, суточный рацион питания. Сейчас мы его откроем позже. Года два назад я покупал вот такой рацион питания разовый. То есть на один раз пообедать. Срок годности, конечно, закончился. И его давно уже нету. Коробка пустая. Но остались у меня тут салфетки. Сухой горючий. У меня их было, по-моему, 2 или 3 штуки. Ну, мы его давно опустошили. И остались вот эти вот все аксессуары для приготовления пищи. Вот. Ну, может быть, когда-нибудь время появится, мы, возможно, рассмотрим с вами все рационы питания. Вот этот пакет мне дали знакомые мои товарищи для обзора. Давайте откроем, посмотрим, небрежненько вскроем. Зачем нам эта упаковка? Вот такая коробка. Да, ребят, чуть не забыл. Давайте посмотрим сначала у нас, что перечислено, что входит в состав данного набора. Галеты армейские из муки пшеничной первого сорта, мясные консервы, паштет, фарш колбасный любительский, консервы мясо растительные, рисовая каша с говядиной, гречневая каша с говядиной, консервы, блюда с мясом рагу, овощное с мясом, картофель тушеный с мясом, ого-го. Ну, наверное, не факт, что здесь все это содержится. Даже вот есть икра кабачковая, баклажанная, напиток сухой «Доброе утро», повидло, палочки фруктовые, концентрат для напитка тонизирующий, чай черный, кофе натуральный растворимый, поваренная пищевая соль, сахар, перец молотый черный, поливитамины даже есть, разогреватель, спички, вскрыватель, средство обеззараживания воды, ложка пластмассовая, дезинфицирующие салфетки и бумажные салфетки. Ну, давайте теперь посмотрим, что у нас в данном рационе. Сейчас я переставлю камеру и продолжим. Продолжаем съемку упаковки с салфетками. Ну, как я понимаю, здесь 3 пачки салфеток. Наверное, это точно суточный рацион. Напиток молочный, сухой. Доброе утро. Ну, не знаю, наверное, он уже... Хотя нет. 13-й год написано. Посмотрим. Сахар. Пакет. 3 пакета у нас, извиняюсь, с сахарным песком, 20 грамм, упаковка с сухим горючим. Три ложки пластиковых. Это что такое? Это концентрат для напитка, ну какой-то типа юпи, наверное, как раньше был. И это что у нас? Это кофе.
так вот оно смялось. Ну, я думаю, вы поняли, да? И это что? Фруктовая палочка. Вот в такой металлической упаковке в фольге. Майский чай. Яблочное повидло. Но это вот у меня тоже было в разовом рационе. Повидло шло. Майский чай тоже был. Охотничьи спички. Вот смотрите, сколько упаковок с галетами. Они такие безвкусные на вкус. Я их еще пробовал по разовому рациону. Это соль в пакетике. А это вот у нас самое важное. Говядина тушеная. Высший сорт. В такой металлизированной упаковке. Икра из кабачков. А это, судя по всему, наверное, обеззараживатель воды. То есть можно набрать из лужи грязную воду и вполне сделать ее пригодной для питья. Фарш. Упаковки такие вот, смотрите, их можно разогревать на горелке сухим горючим. И вполне пойдет, как тарелку можно использовать. Не надо лишнюю посуду. Картофель тушеный с мясом. Гречневая каша с говядиной. Сейчас мы, конечно, попробуем все это хозяйство. Даже вот витамины есть. Это вкладыш с наименованием сыпучих продуктов. Сахар, соль, перец. Вот такой штукой можно открывать вот эти вот мягенькие баночки. Инструкция даже имеется по применению данного набора. Салфетки. Ну а это что? И еще одна упаковка с перцем. Ну вот, собственно, вот все, что я хотел вам показать. Ребят, данный рацион можно использовать не только в армии. Можно брать на охоту, на дачу, на рыбалку, да куда угодно. Хотя, конечно, если ехать на рыбалку, закупать продукты в магазине, то, наверное, мне кажется, даже дороже выйдет. А так, если съездить там часа на 3, на 4 за грибами, вполне подойдет такой набор. Цену я вам сказать не могу точно. Сейчас у нас цены на месте не стоят. Сами знаете, кризис. Я думаю, что на сайтах и в интернете такие наборы продаются, можно заказать. С доставкой, естественно, будет дороже. Вот. А пока вот такой рацион у нас был на обзоре. ИРП, первый вариант. Дальше они как-то подразделялись: суточный, разовый. А сейчас вот их каких-то, наверное, только нету. Ну ладно, не в этом суть. На этом закончим обзор. Ребят, кто смотрел, всем спасибо. Лайки, комментарии обязательно. Давайте, всем пока. Ребят, наверное, обзор был бы неполным, если бы я не показал вам содержимое этих баночек, скажем так. Вот в первой баночке у нас каша гречневая с говядиной. Выглядит вот так вот аппетитно. Вторая баночка идет картофель тушеный с мясом. Вот так это все выглядит. Сама тушенка, наверное, главное блюдо в этом наборе. Икра из кабачков в такой банке.
Вот так это хозяйство выглядит. Фарш колбасный любительский. Вот открыли мы все заранее, чтобы показать вам. Вот. Ну и там повидло, я думаю, не имеет смысла показывать. Сами увидите, когда приобретете. Набор отличный, пойдет для поездок за город, особенно с трекболистом, когда ребята выезжают на игры. Очень удобно, не надо с собой таскать никаких больших баулов, рюкзаков с провиантом. Купили набор и поехали. Ну ладно, на этом все. Давайте, ребят, пока.